Вологодском музее кружева уже работает персональная выставка заслуженного художника России Ангелины Николаевны Рокчиевой. Ангелина Николаевна, она, конечно, ключевая фигура для вологодского кружевного промысла. Художник в течение своей трудовой жизни, а это более 40 лет, 40 лет она проработала на кружевном предприятии «Снежинка». Так вот, в течение своей трудовой деятельности она создала не десятки, а сотни эскизов, рисунков, кружевных изделий, по которым плели кружевницы 10 лет назад, 20 лет назад и плетут сейчас. И я совершенно уверена, что эти рисунки будут востребованы и в будущем. Название выставки «Мой край задумчивый и нежный» не случайно для творчества Ангелины Николаевны Рокчеевой. Наверное, она, как никто другой, воспевает в своем творчестве постоянно красоту родного края, красоту Северной земли во всех ее проявлениях, во всем многообразии, от архитектуры до природы. Очень часто обращается она к темам фольклорным, к темам народных праздников и песен, и очень ярко, самобытно раскрывает это все в своем творчестве, сочетая очень часто народные, например, какие-то темы с лирическими образами природы. Наверное, каждое ее изделие можно сравнить с песней, очень красивой песней, восхищением, воспеванием богатейшей природы родного края, всевозможных природных форм. Очень часто в ее изделиях появляется все цветочное многообразие нашего края, и цветы словно прорастают друг из друга, переплетаются изогнутыми ветвями, и получается очень красивый, необычный узор. И также в творчестве Ангелины Николаевны очень важная тема – это работа над моделями кружевной одежды. Она создала их, наверное, сотни. Разнообразные блузы, пелерины, воротники, жакеты. И восхищают они не только новизной оригинальностью, но также еще изяществом и красотой узоров, которые использует художник. Также Ангелина Николаевна сейчас является наставником двух своих дочерей, которые также прекрасные художники по кружеву. И, например, знаковой работой для их семьи стало создание свадебного платья, даже вернее свадебного наряда «Невеста Севера», которое они разработали специально к открытию музея кружева в Вологде. Надо сказать, что на этой выставке мы показываем произведения Ангелины Николаевны, пожалуй, что многие впервые показываем. Это премьера для этих произведений на этой выставочной площадке. И часть произведений буквально месяц назад демонстрировалась на международной выставке в Берлине, в Российском доме науки и культуры. Это самый центр немецкой столицы. И, ну, в общем-то, отрадно, что благодаря выставке мы показываем эти произведения не только на международных площадках, но и вот здесь, в Вологде, в музее кружева. Выставка будет работать несколько месяцев, до конца февраля уже будущего года. То есть она охватит и новогодние праздники, и предновогодний период. Поэтому вот все желающие, которые хотят насладиться таким кружевным творчеством, могут посетить музей кружева и увидеть своими глазами эти кружевные произведения.